И всем привет, ребята, с вами снова я, Creeper Play Pro, и в этом видео я буду играть в Майнкрафт. И, короче, в общем, я хочу пройти Майнкрафт, и, короче, я наконец-то, я уже вышло, короче, обновление, уже давно довольно, и, в общем, я хочу пока что я хочу в несколько серий, конечно, пройти Майнкрафт, потому что это только еще первая серия, я тут буду начинать еще свое развитие в Майнкрафте. И, короче, я уже столько раз пытался пройти Майнкрафт. То я не знаю, нашел алмазы, добыл алмазы, в общем, короче, пошел, скрафтил все вещи, скрафтил кирку, что-то меч или еще что-нибудь там, я не помню точно, что я там крафтил, но помню, что кирку я крафтил точно. Пошел и в лаве сгорел, пока добывал обсидиан. Ну, я не знаю, в общем, иногда у меня иногда не получается проходить Майнкрафт, либо сделал портал в ад, а потом зашел и не могу найти адскую крепость, она где-то далеко, я не знаю, иногда, и вот в этот раз, я надеюсь, мне все повезет, я найду алмаз, либо сделаю быстро портал в ад, если у меня будет рядом озеро лавы и вода, в общем, либо я добуду, найду кучу алмазов, надеюсь я на это очень, и пойду, в общем-то, добывать обсидиан, делать портал в ад, и эта адская крепость будет близкая, я хочу пройти очень Майнкрафт. Ну, я в этот раз вообще, у меня такой настрой прям вообще такой, пройти Майнкрафт, я уже вижу, что вот тут шахты есть, так что это уже плюс, потому что в прошлый раз, я помню, был такой мир, где я вообще шахты, ой, найти не мог, первое... Как я помню, первое правило Майнкрафтера – это не копай под себя. Потом, вот я даже, кажется, вот я даже знаю почему. Потому что если копать под себя, можно вообще просто взять и на лаву наткнуться. Да, ребята, такое, конечно, может быть. Так что, ну, желательно, вот надо бы найти пещеру. А, кстати, ну это... Я думал, это такой большой, такой глубокий каньон. Вот, кстати, давайте я для начала... Что я так бегаю? О, это кто там? Ламы! Я вообще обожаю ламы в Майнкрафте. Да и в реальной жизни тоже, в принципе. Так, смотрите. Сейчас верстак, палки. Ставлю верстак, все. Так. А! Привет, лама. Отойду, чтобы ее не ударить случайно. Ну и меч. Давайте еще топор. Все. Для начала я бы хотел бы добыть себе булыжника. И надеюсь, там есть... О, медь! Хотя что я планировал на... Ой. Да, уголь есть. Смотрите, какое обновление классное. Какие же глубокие там пещеры. Так, аккуратно. Так, для начала надо бы поесть. Слушайте, я не знаю, но почему опять уже голод? Ой, аккуратно надо. Так. Ну, я не знаю даже, чтобы можно было бы сейчас поесть. Но, ребята, никогда не убивайте в Майнкрафте лам. Не надо этого делать, пожалуйста. Потому что, во-первых, вы не добудете никакой еды, а во-вторых, вы просто убьете ламу. И все. Не знаю, что может точно выпасть, но я одно знаю точно, что вы то никакое мясо из ламы в Майнкрафте вы не сможете выбить. Да, я не знаю, где же еда? Что, ребята, а где? А где тут свиньи, например? Я не знаю, там такую пещеру нашел. О, кстати. Тут есть уголь. Можно было бы вот туда подобраться, добыть еще и булыжника. Потому что я уже чувствую, что, скорее всего, будет скоро темнеть. Если уже не темнеет. Надеюсь.
Что еще не зимний? Так, ладно, ладно. Не хочу терять зря время. Ой. Ладно. Ладно уж. Так, короче, давайте. Уголь, ура, уголь. Офигеть просто. Вот сейчас бы еще железо бы найти просто. Кстати, в той ее пещере, я чувствую, будет железо. Но она такая глубокая, что выбираться я не знаю, сколько оттуда буду, если даже и полезу. Так, для начала я хочу добыть побольше угля, чтобы потом делать древесный уголь, который даже круче, чем обычный уголь. Дольше держит, вообще офигеть. Он даже реально, походу, круче, чем обычный уголь. Можно, да, сделать древесный уголь. Вот такая идея. Так, короче. Сейчас еще добуду себе булыжника и, пожалуй, уже пойду искать еду, а то потом появятся всякие зомби и вообще капец. Все. Я думаю, этого будет достаточно. Овца! А мне же как раз еще кровать нужна. Так, все, овца, овца, иди сюда, овца. Так. Наконец-то. Ну сколько? О, неплохо, кстати. Все, наконец-то я сейчас. Наконец-то, боже. Так, ладно. Ой-ой. Случайно. Так. Надо бы оглядеться. Нет, пока даже свиньи обычно не вижу. Что это за такой... О, какой красивый лам. Я люблю лам, на самом деле. Они прикольные. Курицы! Серьезно? Ой-ой-ой, случайно опять. Хотя, конечно, в игре... В игре от печки ничего не будет, но как-то... Хотя, как бы... О, еще две... Ой-ой-ой, голод, голод! Ребята, нужно быстрее доставать сюда. Чувствую, эта ночь будет удачная. Ой, там сверху кукла, видите? Там Стив. Я вначале подумал, что это кто-то... Так, корова! Да вот это удачно! Офигеть просто! Ребята, нифига себе, какой я везучий! Хотя я не знаю насчет этой везучести или нет. Особо так. Я предлагаю еще одну. Хотя нет, вначале кирка, может на печку хватит? Нет, на печку не хватает. Это жалко, это обидно, конечно. Потому что я бы сейчас бы еще себе еды бы наделал, мог бы отправляться куда-нибудь, скорее всего. А вот тут, так, пожалуй, вот аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот, у меня есть каменная кирка, и можно уже быстрее что-нибудь добыть. Если я вот сейчас на железо случайно наткнусь, то я буду вообще очень рад. Ну, походу, не наткнусь сейчас. Но мне... Так, ну, я теперь могу даже уже поспать. У меня есть кровать даже. Это, кстати, мне кажется, неплохо довольно-таки. Так, ну и меч. Как бы. Так, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Чтобы нужно делать вот так. Так, так, так. Так. Вот это сюда, чуть-чуть угля, и вот это сюда. О, темнеет уже, что ли? Так, нужно доставать вот так. Тут кровать, короче. Ставить. Неплохо. Так, ну, кстати, все вот достаю. Давай, 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 еще чуть-чуть. Есть. Вот это тоже достаю, вот это. Ломаю печки. И, естественно, ломаю верстак. У меня хорошо есть деревянный топор. Хорошо, что хоть какой-то топор у меня есть. Наконец-то можно построить. Точка появилась.
появление завтра. А, ну, я сломал кровать. Навряд ли, конечно, я теперь тут появлюсь. Я не думаю, что... Ну, ладно. Вроде еды у меня достаточно. Так. Так, ну пора покушать. Ура, ребята! А, вот еще курица. На всякий случай. Так, ну все, погнали. Я предлагаю идти куда-нибудь искать железо, потому что уже как бы... Ну, и сами понимаете, конечно. Кстати, кому интересно, я играю на планшете. Тут экран больше, чем на телефоне. И мне кажется, даже удобнее. Так, ребята, это уже что-то вижу такое? А, ребят, я же кое-что забыл. Двадцать восемь факелов. Ну, хотя бы, я думаю, мне этого хватит для того, чтобы добыть железо. Возможно, если повезет. Офигеть. Опа. Это что за такая пещера? Зомби! Не, ладно. А, медь. Получай. Ау. Медь, кстати. Надо бы добыть, ребята. Мне кажется, что стоит. Ну, все, короче. Не хочется тут это так, это потом еще убираться оттуда не так быстро, конечно. Давайте я лучше найду ту самую шахту. А, то есть, или это даже пещера какая-то прямо, я не знаю, какая особо разница, но о, а. Так, ну погнали, короче, ребята. Мне он вообще нравится, на самом деле, Майнкрафт игра. Прям вообще. О. Не. Я хочу найти ту огромную пещеру. А, ну я очень хочу деревню жителей найти. А тут что-то как-то... Так, ой. Ну, понятно. Ладно, буду просто бежать. Не нажимать на прыжок. Это что-то не так же много еды. То постоянно зак... Понятно. Ребята, я не знаю. Давайте я... Так, вначале, конечно, я хочу найти ту самую... Хотя давайте я вначале просто буду побегу, и вдруг я наткнусь либо на ту пещеру, либо на деревню жителей. Понятно.
Так. Кстати. О. Ну уж. Так. Да мне... Я уже думал... Кто... Я хочу туда пойти. Крипер! Капец. И что? Кай. Ладно. Погнали дальше. Ну я-то надеюсь. Ты... Железо, ребята! Вот это что я нашел? Тут светло, это какой-то каньон, что ли, я не знаю. Офигеть. Наконец-то я нашел. Если его еще и тут много, то я вообще офигею. Надеюсь, это не все. Тут есть. Это как, кстати, необработанное железо. Странно, что и, ну хотя как бы, возможно, этого и следовало ожидать. Хотя я непонятно, есть ли там что-то еще, какое-нибудь железо, возможно вообще. О, песок. Ой, только не дождь. Ну вот. Можно перебираться? Так, короче. Так. Как быстро дождь прошел. Офигенно, ребята, да? Ура, наконец-то. Я не люблю дождь в Майнкрафте. Ну и в реальной жизни я не очень его люблю. Так. Ой. Так, ну короче, ребята, я сейчас иду и ищу... Ой-ой-ой-ой. Деревню жителей. Ой, блин. Так, ну у меня что-то еда заканчивается, поэтому придется ее снова добывать, естественно. Ну, поросенка я, конечно же, уничтожать не буду. Конечно же. Ой-ой-ой, опять дождь. Ну, вообще, я не знаю, как это даже назвать. Так. Еще свинья. Я даже не знаю. Возможно, ой, стоит сделать тут пока что привал, так сказать.
На этом пока что остановиться, мне кажется, стоит. Потому что надо как бы еду добыть. Как бы, опа. И поспать бы уже бы стоило. Так. Все. Еда есть. Это можно уже сломать, то есть добыть, я не знаю, как это сказать. Добыть, наверное. Я не знаю. Или даже забрать. Все, погнали дальше. А, нужно еще покушать. И вот это. Так, ну все, погнали. Так, ну я не знаю даже, где же тут деревня, если она тут есть. О! Кстати! Понятно все. Так. Вроде бы я еще здесь не был, кстати. Может быть, тут будет деревня. Ролик уже 22 минуты длится. Нифига себе. Я, короче, предлагаю... Ой. Вот так. Так, вот сюда. Необработанное железо. Вот сюда. Вот это. Хотя не, лучше палки. А, ой-ой-ой. Не все, конечно же. А, ну я не знаю, лучше палки там или нет. Железный слиток уже есть один. Я хочу домик, короче, где-то поближе к деревне жителей. В общем. Все. Ура! Железная кирка. Уже и можно и алмазы добыть ей. Все, погнали. Дальше. Где? А, все. Ну, идем. Так. Вроде бы я тут не был, кстати. Ребята, я вроде тут не был. Если реально еще вот сейчас найду деревню жителей, то вот все, и ролик я буду уже заканчивать. Ой-ой. Вот уж что, 100%. Нифига, это что? То же самое? То есть то, что и... Железо. Необработанное железо. Железная руда. Ой-ой-ой, зачем же я это кирку? Так. Тут чуть не упал. Офигеть. Кстати, я уже, знаете что? Опа. Планирую скрафтить ножницы потом, когда я, у меня уже будет домик для того, чтобы делать ферму овечек. Как бы овечки. Чтобы их стричь. Обязательно хочу. Кстати...
Ребята, смотрите, что я нашел. Я что-то такое, я не знаю, подумал в своей голове, как бы, что вот сейчас я такой плыву на лодке и найду это. И, короче, реально я это нашел, эту крепость или что это даже. Так, ну, я не хочу эффект утомления от древнего стража, поэтому я, пожалуй, заверну в другую сторону. Возможно, я туда проберусь когда-нибудь на выживание и хочу уничтожу древнего стража. А так я продолжаю свой... Ребята, я не знаю, как это назвать, но я вторую такую нашел. То есть такой храм подводный. Второй, прикиньте. Я прямо сейчас плыл и нашел две подводные два подводных храма. Я вообще такого ни капельки не ожидал. Но то, что может попасться тут, я так это не очень удивился. Но что два, потом еще один, это я вообще удивился, нифига себе. Два нашел. О, а вот это мне и понадобится. Что-то нашел. Вот сюда поближе. И давайте. Я сейчас нашел, короче, я реально сейчас нашел какой-то храм или что это такое под водой. Я вначале нашел два подводных храма, потом еще и потом, блин, нашел какой-то храм или что это, и нашел карту сокровищ. Давайте я посмотрю. Ой. Короче, я пока плыл до этих сокровищ, нашел разрушенный портал в ад. И сейчас я хочу... Тут рядом с ним должен стоять сундук, и я хочу его залутать. Так, в общем, вот он, сундук. И тут находятся золотые ботинки на защиту 2, золотой шлем на огнеупорность, золотой шлем на защиту 2, 3 кремня, или даже, или 2, сколько их там было, 3, да, ну 3, походу. И 20 железных самородков, потом из них делаю железные слитки. Все, я продолжаю путь. Том! Зомби-жители деревенский. Зомби-жители. Возможно, рядом находится деревня. Ой. О, вот тут где-то должно быть сокровище. Так, не, вначале я быстро... Ой, эндермен. Эндермен, блин, не надо такого. Сейчас. То есть я хочу просто лечь поспать. Быстро. О, все, быстро. Наконец-то. Хочу эндермена сагрить. И уничтожить. Получай. Хоть бы из него выпал эндер-жемчик, тогда уже будет еще плюс кое-что, больше шансов на прохождение Майнкрафта, походу, даже. Ну, где он? Давай. Ну, куда ты? Эндермен. Да давай, иди сюда. Да где он? Получай! Да, эндер-жемчик! Ну, а ты, зомби, короче, иди сюда просто. О, из него выпали золотые штаны, золотой шлем. Неплохо. Походу, да. О, жемчуг края! Наконец-то. Все, я пошел искать сокровища. Так. Это, по идее, я думаю, это будет недолго. У меня вот карта сокровищ. Есть даже так. Так, ага. О, нет, вот так. Да, вот так вот сюда. О. Он где-то... Где-то здесь находятся эти сокровища. И я предлагаю у меня же скрафтить железную лопату. Ой, утопленник. Блин, да тебя еще не хватало. Точнее, блин. Да я не хочу, чтобы... Что?
А. Где же? Да, два железных слитка. Железная лопата. Ура. Так, покушайте вначале. Ролик уже 30 минут длится. Нифига себе. Так, надо, я сейчас уже буду заканчивать. А то что-то... Так, о, о, о. Вот так. Вот где-то, по идее, где... вот где-то... Здесь, кажется. А, утопленник! Я не хочу умирать! Не порть мне! Всё. Да ты какой, ах ты, настырный такой, прямо ужасно, что он попался вообще. Хоть бы он был один, боже. Надоели мне мешать уже. Все, наконец-то. Так, ну, я беру карту сокровищ. Да, еще один! Да вы что, надо мной издеваетесь? Так, нет, ладно, сюда, давай, иди сюда. Получай такой. Так, беру карту сокровищ. И хочу прямо ровно куда-нибудь. Прямо. Вот думаю, сокровище где-то здесь. Скорее всего. Наверное. Где-то здесь находится сундук. Я хочу в это верить. Так, ну. Надеюсь, это правда, и сундук находится именно там. Странно. Быстрее. Трезубец! Утопленника! Ой-ой-ой-ой. Ай, нужно быстрее бежать. Уплывать. А не знаете, какие? А, так он в мою лодку случайно попался. Подождите. Трезубец. Хоть бы это не у того. Ой-ой-ой, май. Он это мне вообще... Не надо. Получи. Быстрее. Нужно сваливать. Я не хочу умирать. У меня же столько ресурсов. Я же не понять, где появлюсь. У меня же карта сокровищ. Да, фух, хорошо. Чуть-чуть постою. Ну ладно, на этом все. Я продолжу в следующем видео, потому что тут он вообще, не знаю, не... У меня постреляет этим, попадает, то есть этим трезубцем. Ну, короче, ладно. Всем пока.